Всем добрый обед! У нас сегодня уже 4 января, мы ничего не снимали, отдыхали, Коля работал тут эти дни. В общем, мы сегодня решили, что мы поедем, попытаем счастье еще раз. Всем здравствуйте! Всем привет! Ладно, шучу. Попытать счастье и решили поехать все-таки к нашим мамам. Да. Мы долго, очень долго думали, суток так трое мы, наверное, думали, вообще ехать, не ехать. И переживаю до сих пор, очень сильно переживаю по поводу поездки, как будет в дороге. Надеюсь, что все будет хорошо. У нас сегодня 18 градусов, потеплее, не 30-32, как эти дни все стояло. И мы думаем, вот может все-таки рискнуть. Вроде как с мамой все хорошо там, и она себя чувствует нормально. И все-таки последние исследования про бессимптомных меня немножко подбодрили, что они не являются опасными, заразными для общества, так сказала Елена Малышева на Первом канале. И поэтому я думаю, может быть, и повидаемся, потому что следующая встреча, следующие мамины каникулы будут только через 3 месяца, когда можно будет неделю как-то находиться, что она не будет в контакте со школьниками. Хотя, говорят, дети, они тоже не являются носителями вредными именно. Ну, я не знаю, как в это верить, не верить, если честно. Мы попробуем съездить, я очень надеюсь, что все пройдет хорошо, вы не представляете, как я переживаю. И уже 200 раз отменяла поездку, и 20 раз опять собиралась, и потом опять отменяла, и Коля говорит, давай уже съездим, ничего страшного не будет. На самом деле, я очень на это надеюсь, поэтому мы уже собрали вещи, покушали, сейчас кормим дочь, одеваем, и как бы на дневной сон выезжаем. В общем, посмотрим. Надеюсь, она поспит в машине. Это наши вещи, которые мы собрали. Но это не все, Коля, конечно, уже часть унес. А это подарки мамам, которые нам нужно увезти на Новый год, на день рождения маме моей. В общем, а самое главное, смотрите, Коля оставил. Вот как бы Хаггис ему не нужны. Он будет сам ручки подставлять вместо Хаггис. Еще вот у нас. Чмокаются, улыбаются, целуются. Ну что, мы уже заехали на самом деле в Саянск, и мы ничего не снимали по дороге, хотя у нас была сегодня очень веселая дорога. Да, Катя? У нас была супер веселая дорога, но об этом мы как-нибудь вам попозже расскажем обязательно, особенно когда дочь вырастет, мы обязательно ей расскажем. А сейчас мы уже на светофор тут подъехали, сейчас немножко постоим. Коля вам что-нибудь там поснимает? Дорожку. Какая? Тогда поедем через это, через ёлку. Точно, как ты резко сюда. Что, снимаешь? Да, снимаю. Ехали мы, ехали, и наконец приехали. Нет, я имею в виду, ты покажешь, что 3 полосы. Покажу, покажу. Покажешь? По дороге сильный ветер, местами да. Снег. Короче, нормально. То есть ты так клёво снимаешь, когда свет сзади включен. Ну, вообще. Такая подсветка. Тут ремонт, короче, сделали в Саянске давным-давно. Сейчас вот по пути нам 3 полосы. Фокус ты где? О, вот так лучше. 3 полосы на этой главной улице. И кайфово стало. Здесь мы разъезжаемся. Вот надо датком ездить на арт-тракте. Полосы, все хорошо подсвечено, дорожки. Хорошие дорожки, освещение четкое, да, в Иркутске нет даже освещения местами, я про наш двор вообще молчу, вот, светофоры подсвечиваются, а у тебя там все затонировано, тебя ничего не видно, а тебе удобно? Мне нормально, смотри. Вот подъезжаем мы к еще одному светофору, приезжайте же в Саянск, тут хороший город. Цивилизованный. Правда, работы вы не найдете. Так что не приезжайте. Ну, жить приезжайте. Поехали, чувачок. Чувачок. А что, стрелка, не стрелка? Не стрелка, у нас же тут прямо ехать и ехать надо. Ну, он заспался, наверное. Тепленько, посмотрим. Ой, елочка. Тут елочка с левой стороны. Ну, фонтанчик, как обычно, уже показывали, вот только он нынче разноцветный, в прошлом году был не такой. А тут ледяной городок, елка, он фигуры ледяные. Надо бы туда сходить. Ну, это
без дочи надо, вот, чтобы не вот заморозить. Так хорошо здесь. Резиденция Деда Мороза недостроенная. Ну и как обычно, вон по главной улице висят гирляндочки красивые и украшены деревцы. Вот это вот деревце мне всегда нравится, такое красивое. Ну и вот такие вот штучки, дрючки на столбах. Вот тоже по спиральке дерево. Не, морковка всегда наряжена морковкой. А нет, что-то есть, видишь, он там на окнах. Типа дождиков. Ну, так прикольненько. Никого бы не переехать, пока я тут показываю. Вот так. Все, мы приехали. Ну что, все, мы дома. Смотрите, какая у мамы тут фотозона. Просто красота. Чего только здесь нет, смотрите. Пошли всё. Есть. Пошли есть. Тут просто вот все, что, я не знаю, можно придумать. Мама все повесила, повешала. Шары у нее нынче-то, посмотрите. Вон какие шарики-то у нее нынче. Ух ты, тематическая елочка. Да, Варёк? Тематическая елочка. Ладно, я пошла кушать. Меня зовут кушать. Сейчас покажу вам вкусняшки. Приближаемся к новогоднему столу. Ба-бам! Это мама восполняет нам вкусняхи, которые мы не съели в Новый год. Салатики, видите, вкуснявые. Бутики всякие приготовила. Ой, тут какая-то штука интересная. Курица. Салатики, салатики, малатики. Вот, так что будем кушать. О, салфеточки красивые. Новогодние. Ну и вот она сама, кто спрашивал. Кстати, спасибо, можешь сказать, за поздравление-то. Спасибо всем за поздравления. Было очень приятно получить их. Даже кто-то отметил про дом, который я строю. Это Виктория со Стамбула, да, она очень молодец. Всех с Новым годом, всем счастья. Всегда пишет. Здоровья крепкого. Угу. Исполнение всех желаний, всех земных вам благ. Маленькие пяточки. Сейчас пойдут куп-куп, да? Сейчас пойдем купи-купи. Я восхищаюсь маминой елкой. Мы сейчас ее переставим на место. Вот сюда. Вот тут обычно она живет, так что мы ее переставим. И, ну, а вообще, или можно, в принципе, до завтра оставить и завтра пофотаться. Типа как фотозона здесь. Мама тут сделала, нарядила. А я заметила, что у тебя шарики одного цвета, одного тона. Да, это все из одной коробки. Это у тебя нынче? Это мне в прошлом году Люда подарила. А, и ты нарядила, да? Ну, чтоб не лежали, думаю. Ну, классно смотрится вообще. Uh-huh. Вот эти вообще красивые, вот эти. Очень. Вот эти мне понравились. Они все красивые, а эти вот, посмотри. Uh-huh. А, ну да, эти тоже красивые. Вот они все, ага, из одного. Там же бусики были. Uh-huh. Вот такие вот, эти из одного. Красота. Uh-huh. Это ты... Эти. Мой этот веночек вешаешь каждый год так, ага, до сих пор. Двойной, да? Вешаю. Точно, и белый там. А я уже забыла про него, что я делала. Ага, двойной веночек. Ага. Розы, короче, которые от нас жалко, принесли, да? Уже все. Вот они, саянские цветы. Вот и вот тоже, да? Это вообще, ну вот... Эти они, вообще значит, вот к вечеру неправильно... уже, видишь, да? Ты чё, моя? Неправильно хранят, наверное, как-то чё? Они. Не падает. Не, она слюнками подавилась, ага. Просто, ну. Потому что я потом фотографии-то разглядела, есть. Говорю... Это, говорю, что за это? Что за розы-то, говорю? По-моему, они... Они хорошие. Они как будто они по краям начали они уже. Они уже, видимо, морозно же было, и они подмерзли, я думаю, пока несли. Но они в бумаге принесли, а все равно с 15-го дома. До дня. И Эльза в 15-м брала. А они вон вообще, они уже к вечеру пока сидели, такие желтенькие стали. Жалко, мы еще думали, мы думали, может быть, букет. Мы букет собрали. Я потом передумала, мне не понравилось. И я говорю, давайте просто розы. Мама открывает подарочки, мы тут подарили. Вот наши тут подарки. Тут у Коли, тут. И мама свои открывает. Опа. Да вы ты на работу что-нибудь обновила. С юбочкой, да. Мне карандаш и это. Да, да, я так и представляла. Мне понравился здесь интересный рукав. Да. Да, сейчас скажем тоже. Я вот только думаю, удобно ли тебе будет. Я очень переживала, что ты такой рукав вдруг не будешь носить. Вот померишь. Но они, знаешь, они очень удобные. Я на себе даже прикинула, чтобы понимать, что это такое. Но поднись, наверное, маечку надо, чтобы не кололось. Спасибо большое.
Да, у меня как пожалуйста. Раз новые кофточки. Да, я и думаю, мама же себе точно ничего не покупала на работу, а я куплю ей. А это еще что? А это то, что тебе надо было. Может, а я уже не помню. Можете прям рвать, открывать, прям смотреть. Варя там ходит, нюхается. Нет, выключи. На сегодня много-много информации. Выключи. Не выключается. Убери. Завтра дадим. А тут доча переполнена будет эмоциями. А вот. Это что, кофемолка? Да? Да? Не знаю. Но я кофе вижу. У меня же я вот ходила искала. Рви. И все. Все равно выкидывать ее. Печку топить. Печку топить надо. О, наконец-то у меня будет. Жжу-жжу, кофеек. У меня кофе там это, я уже своя собственная. На вжикала. Угу. Все, надоело, ну ладно. Ну ура! Вот и все. Кофемолочка беленькая, красивенькая. Ну, беленькая, но... Ну, думаю, тебе беленькая точно понравится. Да, там еще черная была. Но... Белая как-то благородней, что ли, смотрится. Ну все, отлично. Потом покажем наши подарки. Обзор буду делать, я покажу все. А еще, кстати, молодцы, мамин с Новым годом тут она еще не открыла. Ну ладно, мы побежим сейчас купать уже, дочь.